вы мне сразу скажите, сколько мне это будет стоить? Использование кушетки? Да. Это ерунда. $25. $25? Да. Ты чего ж так дорого? Пусть ваша... Лучше я с вашей... с Зиной полежу, надеюсь. Подождите. Что-то мне ваши нервишки не нравятся. А ну-ка сядьте ровно. Одну за 30 на другую забросьте. Ну-ка, сейчас мы ее... Ух, как подскакивает! Ай-яй-яй-яй-яй! А ну-ка, закройте оба по $5. Закройте, так. Выйти вперед, идти, вот как их все время забываю, по 20. Ух, как дрожат! Ай-яй-яй-яй! А вот это вот в груди за $90 и не покалывает? Покалывает. Особенно, если я пробежусь на этих, ну, по 30. Сразу начинают покалывать за 90, по 90, да. Да, потом вот здесь ёкает. Вот, за 29, да. За 29. Особенно, если перед этим по 80. Что по 80? Где вы видите на плакате, что это по 80? Не на плакате, а по 80. Это грелка в рублях. Очень рад вижу. They grow and carry the door in the middle of the deer. Ну, порядке все шайки сперли. Я одну спрятал под полкой, остальные сперли, они их дуракам иностранцам продают, как сувенир. Вклеивают в дно шайки портреты членов правительства и продают. Сувенир так и называется, шайка членов правительства. Я сижу недавно с пацанами в парилке, зябко как-то. Я говорю, давайте по чуть-чуть махнем. Махнули вот посок из шайки. Я говорю, пожди, Серега рядом живет. Почти Серега дверь открывает, говорит, ребят, вы что, из бани? Я говорю, ты откуда узнал? Он говорит, а вы ж голые. Серега умный, он во флоте служил, старшина 2-й статьи. По 1-й статье он еще до флота отсидел. А его за что с флота турнули? Его капитан вызывает, говорит, ну-ка, сбегай в роддом, гляди, пацан родился, на меня похож. Он прибегает, говорит, товарищ капитан, вылеты вы. Лысый, толстый, ни хрена не понимает и орёт. Или вот я под душем стою недавно, намылился весь. Там, ну, некоторые частями, а я весь. Вот был кусок хозяйства во все места. И стою, воду отключили. Я на ощупь в коридор и кричу банщику. Ты, говорю, будь любезен, говорю. Так, дословно. Воды, если не затруднит тебя... И мать твою, а я же мать знаю, мы соседи, мы же рядом все живем. Но он когда услыхал, что я вообще всю его родню наизусть знаю, слышу, вода пошла. Я на ощупь пошел, глаза смыл в женском отделении. И тут одна старушка, она еще Наполеона видала, как заорет, ой, бабочка, она сейчас всех обесчестит. Я говорю, сейчас прям с тебя начнем. Она, видать, поверила. Хорошо, я был в мыле, выскользнул. Все успел крикнуть, кто с тобой свяжется от свинки, умрет. А жена моя совсем ку-ку. Говорит, пойдем всей семьей в баню. Я говорю, пойдем. Она говорит, давай пацана возьмем. Я говорю, давай возьмем, пусть разок помыть. Она говорит, да я его с собой возьму. Я говорю, ты совсем дурко. Это Евгеньевич фамилия, она с Украины у меня. Я говорю, ты чего? Пацану 15, она женская. И я с собой пацана взял. Я его намылил, напарил, он мне пацан блестел. Он жизнь таким чистым не был. А я лежу на полке, отдыхаю. Так мальчик мой мимо шел, поскользнулся. И за меня раз. Ухватился. И на ногах устоял. А с матерью пошел мы. Башку разбил. Все.